начали. Так все вроде, да? Что там? Все, да? По командам, что тут? Почти все зашли. 16-й слот еще не зашел. 10-й один и 9-й двое. Ну что ж, всем привет, ребята, это прямая трансляция. Сейчас мы ожидаем всех игроков. Многие команды собираются. Ждем.
его 9-я команда не может собраться, 10-я не может собраться. Так, ну все, я думаю, начнем, Эрджан, да? Ну что ж, ехала. Итак, всем привет еще раз. С вами Азиз и Эрджей. Всем привет. Все-таки началась эта долгожданная война Кыргызвар. Здесь играют 75 очень мощных, сильных игроков, которые были в отборочном туре. Они все показали действительно достойную игру. И посмотрим, что покажут они сегодня. Я думаю, сегодня будет жарко и будут эпические бои. Ребят, приносим свои извинения за качество видео. Мы транслируем через телефон. Вот и стартанул турнир Кыргызвар. Мы желаем всем удачи. Конечно, сейчас хотелось бы познакомить ребят, какие команды сегодня играют. Первая команда — это команда КГНД, вторая — это ИЯ, третья команда — это Арти Эльдар, четвертая команда — это Мачете, пятая команда у нас Легион Кейджи, шестая команда — это у нас команда Сальваторов. К сожалению, двое из них не успели. Будут играть в дуо. Седьмая команда — это у нас, получается, команда Панда. Восьмая — SLMG. TM Дастана команда. Команда Сакнела. Второй состав — Арти. Тринадцатый слот, получается, у нас команда Чуйская. Второй состав — ИА, 14-й слот. В 15-й команде, насколько я знаю, собраны ребята, рандомно собрались.
И 16-я команда – это команда Алгазиева. 17-я команда, к сожалению, я не помню название этой команды. LS Ninja и LS Alpha. Да. 18-я команда – это команда Кайрата. 19-я – это команда Марлена. И последняя, 20-я – это покемоны. Десять лет мы отбирали самых сильных игроков, которые очень хорошо играют в PUBG Mobile. И сегодня будет очень сильный батл. Действительно, будут голодные игры. Посмотрим, кто останется в живых, кто возьмет свой призовой топовый трофей. Итак, идет война в Ясной Поляне. Команда покемонов сталкивается с командой КГНД. Опа, отлично, нокают КГНД. Будут ли у ребят шансы поднять его? Отлично, нокают LMB бот. Limbo GT, оказывается, прошу прощения. Забрали. Так, один нас сквад. Просят показать команду Панда. Так, где у нас команда Панды? Вот они. Они находятся в Ферри Перри. Да, отличное место для лута. Аккуратно облутаться и потихоньку забирать своих врагов. Не знаю, мне нравится Ферри Перр. Чисто если на сейф играть, это отличное место для лута. В принципе, тут спокойно, нет никого из врагов, как можно заметить. У нас идет опять перестрелочка. Это у нас школа. Опа, опа, опа. Мачете Нума перестреливается с восьмой командой. Восьмая против четвертая. Не знаю, сейчас, скорее всего, заберут Мачете Нуму. Ребята потихоньку подтягиваются. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично, отлично, забирает. Задавили Мачете Нуму. Я не знаю, где его тиммейты. Ребята потихоньку подтягиваются. Жестко забрали Мачете Нуму. Ее хорошенько дамажат. Итак, Мачете Дэнди подтягивается. Отлично, нокают. Пытается забрать его. Мачете Дэнди заходит слева. Так, с восьмой команды ребята бросили своего тиммейта. Из команды Мачете только остаются двое. Это дуо Дэнди и Йо. К сожалению, забрали Нуму и еще одного своего тиммейта. Отлично, раскидывают хаешечку команды ИА. Одна из самых сильных команд в нашей лиге. Одни из главных фаворитов сегодняшнего турнира. Да, сегодня действительно очень много фаворитов собралось. Мы можем рассказывать о них просто вечно. Они показывали достойную игру. Мне нравится тактика этих ребят. Очень дружно и вместе рядом ходят. Но они контролируют полностью починки. Я думаю, они предполагают то, что есть рядом враг. Хотят забрать. Напротив них, да, вышел команда номер 11. Они прекрасно его знают. Идут по его следам. Кто-то спрятался у нас в туалете. Что же сейчас произойдет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, нокают. Сразу забирают его. Да, в починке теперь все чисто. Контроль над этими ребятами.
тем времени, что у нас происходит в Ясной Поляне. Здесь команда покемонов и основной состав Арти. Ой-ой-ой, это действительно очень сильные команды. Я думаю, они уже заметили друг друга. Из команды покемонов их четверо. Взлетает ТВ-шечка с команды номер 3. Команда Арти очень хорошо контролирует кемп. Большое здание. Команда номер 20 контролирует церковь. Да, ребят, сегодня будет только одна игра. Турнир завершится одним финалом. Ой-ой-ой, как красиво. Команда Арти очень сильно дамажит команду номер 20. Покемоны лечатся. Тем временем идет файт команды Легион. Нокает одного игрока. Все-таки, Эрджан, я думаю, уровень турнира выделяется, чем обычные турниры. Как ты считаешь? Полностью согласен, да. Ребята играют очень аккуратно. Тут буквально пару секунд будет решать все. Победа, либо поражение. Можешь, пожалуйста, вернуться в Ясную Поляну, что у нас происходит с командой номер 23. Это единственная команда, которая состыковались. Артельдар потихоньку оттягивается. Двое контролируют крышу, двое снизу. С кемпа перепрыгивают на второй кемп. Молодцы, ребята, играют сглаженно. А я напоминаю, что капитаном команды Арти является Эльдар. Очень добротный игрок. Хороший стратег, кстати. Салам, пацаны от Катаны. Салам алейкум, Катана. Это тоже один из наших игроков местных. Обрати внимание, команда номер 3 очень аккуратно заходит к ним в спину. Ну и 20-я команда аккуратно оттянулись. Все-таки команда номер 3 не хотят их отпускать. Да, идут следом за 20-й командой. Третья команда прессингует 20-ю команду. Отлично, заняли кемп. 20-я команда теперь. Монета перевернулась. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит в Мультапауэр. Так, здесь у нас тишина. Команда Мачете контролирует школу, да? Да, команда Мачете взяла в школу под свой контроль. Ребят, кстати, сегодня у нас будет только один турнир. Это вот Кыргызвар. Сегодня можете отдохнуть, расслабиться, посмотреть киношку. Иногда, я думаю, нужно тоже отвлекаться от PUBG. Так сказать, расслабить свой мозг.
Так, команда номер 3 очень сильно отсоединяется друг от друга, отдаляется. Но я думаю, походу антинуб чекает 20-ю команду. Пацаны идут четко. Тут у нас в комментариях подбадривают 8-ю команду. Почему мы именно собрали 20 команд, это 75 человек, чтобы все спокойно успели полутаться, взяли все свои хорошие оружия, любимые, и начали убивать. Отлично, приземлился дроп, в дропе ждет большой подарок, это АВМчик и, конечно, машинган, пулемет. Итак, у нас Джорджа Пули, в принципе, контролирует команда номер 1. Это первая команда каймаков, КГНД. Эти ребята очень любят контейнеры. Перестрелка идет в Ясной Поляне. Что тут? Они еще по соседству состыковались с 14-й командой. Ой-ой-ой, здесь будет жарко. Это команда я, покемоны и Арти. Да, это второй состав команды я подъехал в Ясную Поляну. Да. Жестко поджимает команда покемонов. С той стороны команда номер 14. С другой стороны команда номер Арти. Третья команда. Зака работает с СКС. Ой-ой-ой. Отлично чекает. Команда Арти что, оттянулись? Зака жестко нокнули. Так. А команда Арти уже уехали с Ясной Поляны. Я думаю, это правильное решение. К сожалению, они потеряли своего одного тиммейта. Это антинуб. Но он впоследок дал хорошую информацию. То, что подъехала еще одна команда. Тут нам пишут, что ребята могут палить в прямом эфире друг друга. Но я напоминаю, что есть задержка. 30 секунд. Можете не беспокоиться. Информация будет неточной, да? Да. Аккуратно играют покемоны. У команды покемонов я бы хотел выделить этого игрока. Это Тима. Очень хороший игрок. В ближнем бою прекрасно себя чувствует. Отлично дамажит Зака. Зак сегодня получил 2 шальных пули, даже если не больше. Зона покрывает обоих команд. Ребята играют безошибочно, никто не рвется, сломя голову. У нас Aerolite, тоже один из известных игроков нашего сервера.
Ой-ой-ой-ой-ой, отлично дамажит. Команда покемонов. Вырубили Зака. Лимба идет вперед. Вырубает второго. Шансы только на шамана. Ой-ой-ой. И та команда покемонов забирают. Команда и я. Аккуратно причем. Да, команда покемонов забрала второй состав ЕА. Это было сильно. Лимба очень сильно постарался. Рисковал своей жизнью. Отлично, отлично. Отлично проконтролировали. Забрали ясную поляну. И так, тем временем, Чуйска взрывает гранату. Гранатой... Так, кстати, я думаю, у нас Чуйска — это единственная девушка сегодня в сервере. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично дамажит. Нокнула. Забирает 17-ю команду. Давайте спать. Арслан, лук. Так, так, так. Четко, четко. Так, нас просят показать 8-ю команду. Но сейчас у нас здесь горячая точка. Да, ребят, сейчас тут у нас идет файт. Чуйская. Отлично, нокают. Забирают трофей. Молодцы, молодцы. Сглажено, но, к сожалению, они потеряли своих двух тиммейтов. Но отлично забрали сквад. Потихоньку подтягивается 18-я команда к 7-й команде. Здесь фулл сквад. А, трио. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только они агрессивно едут. Это команда Чики, Кайрата и Грея. Ребята у нас спрашивают, когда еще турниры. Турниры у нас проводятся каждый день. Турниры бесплатные. Всем всегда рады. Так, нас попросили сначала показать 8-ю команду. Так. К сожалению, 8-ю команду уже нет, ребят. Их забрали. И попросили показать 4-ю команду. Это Мачете. Мачете остались в дуо. Сглаженно идут. Кстати, я бы тоже хотел бы особо выделить команду Мачете. Они играют очень стратегически. Дэнди, он отличный пушермен, можно так сказать. Ее тоже очень аккуратно играет. Да, я бы хотел добавить, что Мачете Дэнди — это наш друг, брат из Казахстана. И по поводу Йо, это очень техничный игрок, терпеливый, никогда не идет в бой, сломя голову, играет умом. Тут очень многие поддерживают команду Панда, ребята с 7-й команды, а Дилета уже забрали. Просят показать 1-ю и 2-ю. Это команда Хаймака. Тоже одни из фаворитов сегодняшнего турнира. KGND. Очень, так сказать, сильный клан. Хотелось бы еще выделить с их команды KGND Космос. Это очень молодой парень, но играет как взрослый человек.
Кстати, да, в нашем паблике возраст не имеет ограничений. Может играть каждый, кто любит PUBG. А тем временем это, так сказать, злейшие враги EA и KGND встречаются. Ой-ой-ой. Тут три склада у нас собралось. Что же у нас происходит за горизонтом? Не самая лучшая позиция у команды EA. Пятнадцатая команда наступает на вторую. Ой-ой-ой-ой-ой. Игрок с 15-й команды вырубает двоих. Кстати, 18-я команда помогла, да, почти что спасла. Забирают у нас третью команду. Неожиданно 15-я команда забирает команду ЕА. Это просто... Я в шоке. Восхитительно, да. Забрали тактика. Но у них еще и плюс положение хорошее было. Взяли гору. Так, просят показать второй состав Арти. Вот тут все, Бигзат. Бигзат один из самых молодых игроков нашего сервера. Так же, как и Нурмат. Молодые, но очень хорошие игроки. Опа-опа. Им срочно нужно останавливаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята еле как выживают. Нурмат поступил очень мудро. К сожалению, вырубают Ибрагимова КГЗ. Алихан передает всем привет. Просят показать 20-ю команду, которой нет. Нет, есть покемон уже. Ой, извиняюсь, ребят. Это покемоны. Приз у нас, ребят, сегодня Royal Pass и каждому по 60 UC. Или можем победителю отправить деньгами. Тут у нас встречается дуо Мачете и отряд покемонов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко забирает команда Мачете. Покемоны очень уверенно идут. У отряда 10 убийств. Так, у нас есть еще ребята в починках. Ну все, потихоньку они будут сейчас выдвигаться. А тем не менее, хорошие кемпы заняли команда номер 18. Они отлично чекают, смотрят. Итого у нас остается сколько команд? Команд 9. Да, 9 команд. Нас просят показать 7-ю команду. Я заметил, что очень много поклонников у 7-й команды. Многим симпатизирует эта команда. А тут у нас встречаются второй состав Арти и KGND. Так, просят показать Сакнела. Ребят, сейчас покажем. Здесь у нас что-то намечается. Первая команда уже собирается уезжать в зону. Ой-ой-ой. Команда Арти, Бигзата и Нурмата не хотят отпускать. Так, все потихоньку уже двигают в сторону зоны. Попросили показать Сакнела. Это у нас Сакнел. У него
топовая М-ка, ДП-шка, второй рюкзак, второй шлем. Ну, там страшно идет файт. Так, 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 ребят, мы упускаем что-то. И команда Арти забрали. Команду Арти забрали, мы не успели, к сожалению, встать. 15-я команда. Эта команда отлично сыграли. Синхронность у них просто отличная. Давно мы не видели Каймака. Восемь команд в одной маленькой зоне. Так. Ох, как он агрессивно настроен. Каймак очень заряженный. Соскучился по игре. Временем файту покемонов. Ой-ой-ой. Азу нокнули. Так. Сейчас, возможно, 11-я команда. Одна. Янузак подкрадывается сзади. Не получилось. Тима грамотно подстраховывает. У команды покемонов остаются двое. Так. Так, так, так. Бичик остается один. Так, оп, у нас осталось всего три команды. Покемоны, Дуа, Каймак, Дуа. И 18-я команда у нас... Соло. Так. Интересно, чья гора будет завоевана. Ребята играют очень аккуратно. Лимба увидел игрока напротив. Ну, Лимба грамотно закинул хаешку Каймаку. Очень грамотно играет 20-я команда. Вовремя поднимает Каймака. Каймак сходу лечится. Тем не менее, 18-я команда у нас потихоньку заходит в зону. Грамотно забирает покемоны команду Каймака. Покемоны нас сильно удивляют. Эти ребята недавно только у нас на турнире, но уже наводят много шуму. Ой-ой-ой-ой, зона очень маленькая. Наступают покемоны и... Итак, в сегодняшнем турнире у нас самые сильные победители. Это команда покемонов. Среди всех чемпионов. Да. Стали лучшими покемоны. На удивление для всех.
выбили команду KGND. ЕА, к сожалению, вначале умерли. Лучшие из лучших у нас получаются покемоны. Да. Действительно, достойную и красивую игру показали ребята. Ребят, всем спасибо за внимание. И на сегодня это у нас последний турнир. Но завтра мы продолжим наши турниры. И скоро будет объявление о начале нового турнира. Всем спасибо. Поздравляем покемонов. Тебе пару слов, Эрджан. Да. Сегодня была действительно очень горячая, жаркая игра. Мы, конечно, иногда